Всем привет! Днепропетровский влог. Я на самом деле еще не придумала, о чем мы будем разговаривать. Я расскажу краткую историю о том, что мы встретились с Лерой наконец-то. Мы не виделись практически год. Лера — это моя близкая не только подружка, но и отдушина, которая реально меня спасала, с которой мы традиционно ходили на кофе по утрам, которая со мной с таким же огромным удовольствием